Более 200 артистов, 5 ведущих, 22 номера в разных жанрах и от многогранных коллективов. Все это дало возможность зрителям оценить плюсы главной сценической площадки южной части города, которая приобрела репутацию любимого культурного пространства Полевского. Его успешность очевидна, судя по количеству зрителей, заполнивших зал. Сезон был крайне удачным, потому что мы на самом деле получили возможность сравнить ковидное время с нормальным. И наконец-то мы увидели, что зритель возвращается. Но он не просто возвращается, а он же тоже понял, что очень плохо без центра культуры. Вот и сегодня по итогам этого сезона, конечно, нужно отметить, что активность только повышается, результаты становятся все лучше и лучше и лучше. Задник сцены оформлен декоративными крыльями. Это символ задуманного концертного действия. Идеальное сочетание – хороший вкус, световые эффекты и, конечно, артисты. Все это создает атмосферу чудесного праздника. Итоги еще подводятся, но планы уже вырастают вместе с крыльями задуманных свершений. Это полноценный мой первый творческий сезон в Центре культуры и народного творчества. Мне было интересно работать с детьми, и также интересно было работать со взрослыми. На следующий год у меня уже готовы новые постановки для всех групп. Также я подобрала уже конкурсы. Планируем вывести и младшую группу, старшую, среднюю и также группу 18+. В городе Екатеринбург. Руководители коллективов идут на смелые эксперименты и дают возможность выйти на сцену людям разного возраста. Они создают совместные номера, обогащая тем самым возможности артистов. А это ребята из театральной студии «Маленький Табаков». Сцена служит им прекрасной площадкой для нахождения личного «я». Здесь они выражают свое отношение к миру. Ребятам нравится процесс общения друг с другом и зрительным залом. Следующий игрок. Крутите барабан. Подсказка номер 3. Немного поет. Важный момент вечера – трогательная церемония чествования выпускников различных коллективов. Их сегодня 16. Зал встречает каждого аплодисментами. Чувствуется, что в Центре культуры царит атмосфера внимательного отношения к талантам. Их поддерживают во всем и мечтают, чтобы они вернулись на сцену в качестве преподавателей. Ольга Демьянец, Эльмира Самохина при поддержке ТВ-студии «Чек-медиа-центр» Центра культуры и народного творчества.